Всем привет, вы на канале Даня и Ваня. Мы едем по Гольберговской улице, город Харьков. Вот Гольберговская церковь. Ее в начале 20 века построил Гольберг. Купец за свои деньги. Здание очень красивое. Это один из старых районов города Харькова, дореволюционный. Вот здание самой главной остановки станции. Но прикол здесь заключается в этой церкви, что кондиционеры поставили. Второй.